Действительно, когда я заболела, то есть обнаружили у меня сахарный диабет, сахар был 17-19, и мне сказали, что это неизлечимо, и я с этим должна была смириться и жить с этим, сидеть на диетах. Вы знаете, чувство было вообще ужасное. Я чувствовала себя очень плохо. И, видя мое состояние, Куаныш начал искать. Я говорю: мама, что-то же в 21 веке должно быть. Не может быть ничего, чтобы не было. Смотри, говорит, в интернете, ищи, что-то есть. Я когда смотрела в интернете, искала, предлагает только операцию в Израиле, то помогает только на 3-4 года жить без сахара. И когда Куаныш мне сказал, что есть такое средство, мама, я нашел, пришел с такими счастливыми глазами и сказал, что Павлодаря не нашел, надо ехать за ним в Тарас. Я, конечно, сразу не согласилась, долго колебалась, и когда он меня все-таки заставил, можно сказать, поехать в Тарас и получить эту информацию, я счастлива. Я благодарна ему до сегодняшнего дня, и вообще очень счастлива, что у меня есть такой сын, что у меня есть такие дети. И до сегодняшнего дня, вот с августа месяца, я получила результат, и до сегодняшнего дня у меня сахар в норме. Прошлый год, все знают, как все мои окружения, все мои коллеги знают, как я часто болела. С одного больничного на другой. Бижамал Кунабаяна, вот знает, она сегодня выступала. В этот год у меня ни одного больничного, и сахар у меня в норме. Это очень здорово, чувствовать себя здоровой, чувствовать себя не больной и доказать всему миру, что оказывается, сахарный диабет излечим. Я не знаю, что у меня там внутри, что какие там у меня клетки, но дело в том, что когда я пошла сдавать анализ один раз, второй раз, третий раз, и с четвертого раза у меня сахар в норме, пятый раз у меня в норме, я сейчас вообще не хожу, не сдаю. Сама проверю иногда, смотрю, в норме, все нормально. Поэтому верьте, я думаю, что надо просто верить. Три месяца все четыре спрея. Потом у меня спреи закончились. Месяц я была без спрея, измеряла сахар, сахар у меня был в норме. Сейчас я для профилактики вот, 2 спрея, там, 3 спрея применяю. И то не 7 раз в день, а 2 раза, 3 раза. У меня по работе не всегда получается. Сахар у меня в норме.